О нет! Когда пересекаешь эту линию, включается сигнализация. Нужно как-то отключить эту сигнализацию. Бесплатные открытки. Это что-то интересное. Что это за фотографии, похожие на открытки? Это открытки на память о Всемирной выставке. Мне нравится ваше произношение. Благодарю за комплимент. Эти открытки бесплатные, но я даю каждому лишь одну из них. Правда, в любое время вы можете обменять свою открытку на другую. Интересно, что же выбрать? Эта открытка с музеем восковых фигур так и притягивает мое внимание. Думаю, я возьму ее. Минуточку, сэр. У вас есть печать на лапе? Скорее нет, чем да. Я лучше поставлю вам печать. Тогда вы сможете вернуться на выставку. Вот так, сэр. Удачного вам дня. Спасибо. Джеймс Лис, я уже заждался тебя. Компания Смелли, как всегда, творит свои грязные делишки. Дружище Уолтер, лучший подслушивающий жучок, шпион компании. Рад снова работать с тобой, Уолт. Да, я тоже, Джеймс. Помнится, в прошлый раз кто-то очень сильно похлопал по карману. Да, было, извини. Так значит, ты получил сообщение от Доти Шифр? Да, но все, что я смог расслышать перед тем, как оборвалась связь, так это код активации выключателя. Я обнаружил нахождение Дотти Шифр. Это важно. Сигнал поступал с выставочного павильона под названием Микромир. Микромир, говоришь? Должно быть, этот мир как раз под твои размеры. Хорошо, Уолтер, давай ко мне в карман. Я доставлю тебя в Микромир. Только по карману не хлопай. Эй, все нормально, я помню. Термитная граната. Я блокиратор сигнализации. Шпи-приборы. Автомат со шпионскими устройствами. Шпи-пылесос. Кажется, это какое-то сообщение. Восковая фигура Жанны Драк, дерево, получим код к интегратору. Код к интегратору должен быть в одной из этих восковых фигур, которая на самом деле сделана из дерева. Вот, это обманет охранника. Надеюсь, он не заметит, что изображение немного не то. А, Жанна Драк. И снова Джеймс Лис смеется в лицо опасности. Эй, опасность, как поживаешь?
Что это? Код к дезинтегратору-интегратору. 419. Интересно. Этот грузоподъемник используют для перемещения различных грузов. Я могу оставить блокиратор здесь, пока не найду способ отключить сигнализацию. С электричеством шутки плохи. Мне нужно набрать правильный цветовой код, чтобы отключить электричество. Электричество отключено. Думаю, нужно как можно быстрее узнать, что делать дальше. Интересно, какому винту нужно подключить? Времени больше не осталось. Нужно заново набрать цветовой код, чтобы отключить электричество. Осталось лишь узнать, к какому винту интересно. А, приятно слушать тишину. И все благодаря блокиратору сигнализации. Теперь я смогу пройти к микромиру, не опасаясь сигнализации. Давай, Уолтер, эта работа как раз для тебя. Ты должен найти микрорыбку Доти Шифр. Можешь на меня положиться, Джеймс Лис. Эта машина — отличный способ добраться до кукольного дома. Это единственный способ туда добраться. Какая своеобразная обстановка в этой квартире! Отлично! Мне кажется, дело продвигается. Мне говорили, что на лестнице прыгать опасно. Надеюсь, меня это не касается. Холодильник работает в режиме заморозки. Эта кнопка открывает дверь. У меня есть такое чувство, что микрорыбка где-то рядом. Я могу открывать и закрывать верхний ящик с помощью этой кнопки.
Но поможет ли мне это? Вопрос на засыпку. Кто изобрел подвесной телевизор? Эта кнопка открывает и закрывает нижний ящик. Это я могу сделать и руками. Спокойно. Это надо обдумать. По кругу вниз, еще раз, а вот и я, Уолтер Жучок. Эврика! Уолтер, я рада, что ты нашел меня. Я вела прослушивание из микромира в поисках чего-либо необычного и засекла сообщение от компании Смелли, в котором говорилось о коде активации. Но мое оборудование сломалось до того, как я успела это передать тебе и шпион компании. Я думаю, это что-то очень важное. Но это радиосообщение. От кого оно? Надо полагать, от компании Смелли. О, ну конечно, это же хорошо известные злодеи. Так что именно было в этом сообщении? Я должен немедленно передать это Джеймсу Лису. Да, конечно. Код активации – вишня, ананас, апельсин. Есть! Уолтер Жучок вызывает Джеймса Лиса. Пожалуйста, подождите. Прием, Джеймс Лис. Я на связи, Уолтер. Ты нашел Доки шифр? Да. Я собираюсь отправить тебе код активации. Оставайся на связи. Вишня, ананас, апельсин. Отлично, Уолтер. Спасибо за работу, Дотти. Теперь, агент Лис, все зависит только от тебя. Удачи тебе! Уолтер Жучок, конец связи. Код активации выключателя у меня. Теперь Лерош получит свое. Это код включения дезинтегратора интегратора 419. Входи, Брайан. Дина на кухне готовит обед. Раз, два, три. Мне нужно набрать код. Без кода дезинтегратор также бесполезен, как зонт во время урагана. Код включения дезинтегратора набран правильно. Идея со шпипылесосом удалась. Теперь молекулы выключателя злодейского робопса находятся внутри шпипылесоса. Нужно сказать Кваку спасибо за это изобретение. Лерош, когда я расправлюсь с твоим робопсом, я обязательно найду ресторан, в котором подают мои любимые блинчики. Боюсь, мистер Лис, вы не сможете ничего найти, потому что будете в тюрьме. И перестаньте убегать! Такой способ входить не самый лучший для знаменитого шпиона. Хорошо, что эти злодеи не заметили брешь в своей системе защиты. Мой путь к свободе все еще открыт. Теперь я смогу узнать, где на выставке можно найти огуречный пирог. Входи, Брайан.
вы можете приготовить огуречный пирог? О, на конкурсе поваров я приготовила лучший огуречный пирог. Конечно, я могу приготовить это блюдо. У меня есть все ингредиенты, кроме двух огурцов. Если вы принесете мне два огурца, я с радостью приготовлю вам лучший огуречный пирог. Два огурца, да? Я постараюсь их найти. Раз, два, три. Можно огурец на палочке? Конечно, можно, внучек. Правда это чудо, еда на палочке? Спасибо. Добро пожаловать в наш центр планирования, где всегда можно сделать два предмета из одного. У меня двоится в глазах. Я Дол. А я Ли. Привет, Долли. Так приятно встретиться с вами. У меня есть огурец. Пожалуйста, не отвлекайте нас от этой ответственной работы. Думаю, он хочет, чтобы мы это клонировали. Хорошо, Ли, ты можешь помочь ему. Только после тебя. Я настаиваю. Нет, пожалуйста, только после тебя. Я это сделаю. Не трогайте. Разве это не удивительно? Конечно. А эта машина может делать что-нибудь еще? Ну вот, Ли, мы так часто сталкиваемся с чужим непониманием. Это правда, Дол. Входи, Брайан. Раз, два, три. Вот вам два красивых сочных огурца. Это чудесно! Как хорошо, что вам удалось их найти. Они так похожи друг на друга. Наверное, они близнецы. Секрет приготовления вкусных блюд – тщательное смешивание лучших ингредиентов. Надеюсь, у меня будет возможность попробовать что-нибудь подобное. Готово! О, спасибо! Теперь анализатор дыхания пропустит меня, и я попаду внутрь огромного железного рабовца. Раз, два, три.
Секретная дверь закрыта. Нужно узнать, как попасть внутрь. Огуречный пирог сделал свое дело. Теперь я могу пройти. Анализатору дыхания никогда не раскрыть проделку такого великолепного шпиона, как я. Должно быть, я в желудке рабопса. Нужно все здесь осмотреть. Интересно, для чего нужна эта панель? Конечно, это не совсем то, что носят супергерои, но тоже неплохо. Я не знаю, куда ведет эта шахта, но очень надеюсь, что плащ поможет мне попасть туда. Вот так. Плаща больше нет, но лис остался цел. Наверное, это лаборатория Лероша. Должно быть, здесь он проводит свои эксперименты. Этот прибор кажется мне таким знакомым. Думаю, он поможет мне справиться с этой тайной. Шпипылесос с полной камерой подключен к интегратору. Теперь мне нужно лишь набрать код из двух букв и трех цифр. Код набран правильно. Прибор выполнил свою задачу. Я возьму этот выключатель с собой.